Ну вот жарка картошки на новой сковороде, ребята. Вообще не прилипать. Я вам вчера блины показывал. То же самое. Это просто чудо. Вот что такое чугун, ребята. Это не какой-то тефлон, мефлон, туфта. Это все я посмотрел. Это просто 1-2 раза пожарили, все. И потом мне все почти пришлось выкинуть. Одна вот такая сковорода нужна. Чугун тяжелая, массивная, но зато наша дедовская. И вообще не пригорает. Запаха никакого. Каких-то этих. Вот смотрите, не обгорает ничего. В общем, испытания провожу по всем параметрам. Блины пожарил, теперь испытание картошкой. Вот она, картошечка, смотрите, как она жарится. Супер, супер. Вот, испытание с жаркой картошкой тоже сковорода прошла успешно. С оценкой 5+.